Фазилет делает большой шаг, который создаст хаос, чтобы защитить интересы Хазан. В то время как рейд Фазилета оставляет Хазима и Синана в сложной ситуации, то, что произошло в схватке между Фазилетом и Керими, привлекает все внимание Хазима к Йгызу и Хазан. Хоть Хазим и избавляется от Керими своими методами, избавиться от павшего на него подозрения будет непросто. Фазилет делает большой шаг, чтобы создать хаос, чтобы защитить интересы Хазан. В то время как рейд Фазилета оставляет Хазима и Синана в сложной ситуации, то, что произошло в схватке между Фазилетом и Керими, привлекает все внимание Хазима к Йгызу и Хазан. Хоть Хазим и избавится от Керими своими методами, избавиться от павшего на него подозрения будет непросто. Хотя Хазан и Йгыз избегают конфронтации друг с другом, буря внутри них не оставляет их позади. Хазан, которая боится, что с ним что-то случится из-за крови Йгыза на руках, не может сделать так, чтобы ее голос был услышан, даже несмотря на то, что она кричит правду Керими. Когда они узнают, что Йгызу тоже грозит опасность, страх, окружающий особняк, теперь охватывает их обоих. В то время как решимость Хазима держаться подальше от полиции обеспокоила Фазилет и Гикхана, и Дже, опасаясь, что что-то случится с ее сестрой, сообщила об этом полиции без чьего-либо ведома. Йгыз рискует своей жизнью, чтобы спасти Хазан. Пока Йгыз в замешательстве и пытается понять, что произошло, когда Хазан внезапно исчезла, Хазан находится в центре ужаса. Хотя беспокойство Йгыза усиливается с каждой минутой, Синан уверен, что Хазан пошла отдохнуть. Поскольку Йгыз со временем теряет хладнокровие, Хазан смиряется с тем фактом, что за ее кошмаром стоит Керими. Пока Идже, которая думает, что ее сестра в отпуске из-за их последнего разговора, пытается успокоить Фазилет, целью Фазилет становится Синан. В то время как Йгыз пытается выяснить местонахождение Хазан своими силами, чтобы не паниковать Фазилет, улики, которые он улавливает, выводят Йгыза из-под контроля. С другой стороны, пока Гюкхан преследует свои подозрения относительно Омрума, Ясимин, которой уже нечего терять, не может найти поддержку, которую она ожидала от Селин, и переживает самое тяжелое поражение в своей жизни. Йгыз, следуя уловке, которую он поймал, становится целью Керими, когда он пытается найти Хазан. Понимая, что Йгыз попал в большую ловушку, Хазан борется ценой своей жизни, чтобы защитить его, а Йгыз уже рисковал своей жизнью, чтобы спасти Хазан. Керими удается заманить Хазан в свою ловушку. В то время как Фазилет, которая сходит с ума от увиденного, бросается к Хазан, чтобы потянуть веревку Синана, напряжение между Хазан и Йгызом из-за фары бросает Фазилет во власть другого страха. Хазан не понимает, что случилось с ее матерью, и выбор, который ей приходится сделать, снова меняет баланс. В то время как события в особняке выходят из-под контроля из-за решимости Хазима и неспособности Ясимин смириться с поражением, использование Керими, полученного ею козыря, переворачивает Фазилет с ног на голову. Хазан, которая больше не может избежать своих чувств к Йгызу, вступает в ожесточенную битву со своим сердцем, и напряжение между Йгызом и Хазан начинает расти. Хотя Хазан полностью изолирована в своем собственном мире из-за тяжести своих эмоций, она не подозревает, что Керими представляет для нее большую угрозу. Хазим и Фазилет объединяют свои силы против Керими, но когда Хазим просит Синана о поддержке в отношении Керими, большая тайна внезапно попадает в руки маловероятного человека. Пока Керими ловит Хазан в ее слабое место и умудряется затянуть ее в ужасную ловушку, сможет ли Йгыз спасти Хазан от опасности, в которую она попала? Хазан пытается сдержать свои эмоции. Для Хазан путь, по которому вступает Йгыз с фарой, превращается в путь к ее собственным чувствам. Хазан, сбитая с толку увиденным зрелищем, находится в эмоциональном пробуждении, которое она не может понять, и борется с чувствами, которые не хочет называть. Это будет не так легко, как он думает, для Йгыза, который полагается на свою волю, чтобы идти по своему пути, не спотыкаясь. В то время как желание Селин избавиться от лжи о ее беременности с помощью Идже вызывает конфронтацию между Идже и Ясином, которая встряхнет ситуацию, Хазим, которому приходится столкнуться с ложью своей дочери, оказывается перед трудным выбором. В то время как ветер Фараха дует во внутреннем мире Хазан, предупреждение, которое она получает от домовладельца, неожиданно сводит Хазан и Йгыза лицом к лицу. С другой стороны, пока Ясимин и Гюкхан, связанные после того, что помнит Хазим, ждут следующего шага от Хазима, неожиданный шаг Гюкхана к Хазиму тянет Ясимин за веревку.
Пока Кирими, сделавший своей целью Хазан, ждет, чтобы укрепить свои силы, чтобы действовать, козырь, которого он ждет, приходит к нему из самого неожиданного места. В то время как Фазилет попадает в очаг Кирими, даже не осознавая этого, Синан, осознающий, что Хазан начинает отдаляться от него, начинает плавать в опасных водах вместе с Нилом. В то время как Хазан, которая борется с собственным сердцем, взрывается на Яге и Зэйе напряжением своего внутреннего смятения, Фарах своим неожиданным ходом готовит Хазан и Егизу неприятный сюрприз. Выбор Егиза переворачивает Хазан с ног на голову. Хазим оказывается неподготовленным к шагу Синана. Хотя противостояние отца и сына очень жесткое и болезненное для них обоих, Хазим беспомощен перед лицом безумия, в которое втянут его сын. Попытка Хазан заставить Фазилет замолчать в последнюю минуту привлекает все внимание Фазилет к Егизу и Хазан. В то время как искры, которые она видит, сводят Фазилет лицом к лицу с Хазан, выбор Хазан подтолкнет Егиза к другому неожиданному выбору. С другой стороны, Идже, узнавшая об игре Селин о беременности, умудряется загнать Селин в угол. Страх потерять Ясина доводит Селин до безумия, которого не могла предсказать даже Идже. Пока Хазим пытается преодолеть меняющийся баланс в отношении Кирими, он делает опасный шаг, чтобы защитить своих детей. Хазим, которому пришлось столкнуться с большим испытанием, касающимся его жизни и его детей, внезапно сталкивается с реальностью, которую он никогда не ожидал, в то время как Кирими, одержимая жаждой мести, теперь сходит с рельсов, думая, что она полагается на Синана. Хотя Хазан и Егиз являются целями Кирими и Фазилет, выбор Егиза переворачивает Хазан с ног на голову. Синан пытается узнать, кто такая загадочная любовь Егиза. В то время как Синан, ошеломленный признанием брата в любви на кладбище, хочет узнать, кто эта загадочная девушка, причинившая Егизу боль, то, что произошло между Хазан и Кирими, дает Кирими козырную карту. Кризис Ясина между Хазымом и Идже омрачен давлением Фазилет на Селин и Шукрии. В то время как разоблачение игры Селин вовлекает Идже в ненавистную месть, Хазим как отец находится в очень сложной ситуации. Хазан, которую обманул Кирими, на этот раз сталкивается лицом к лицу с Фазилет, пытаясь защитить Егиза. Фазилет, обеспокоенная тем, что Кирими является врагом Хазан, представляет большую опасность для Егиза. Реакция Хазан на спасение Егиза заставляет Фазилет обратить взгляд на Егиза и Хазан. Фазилет, которую беспокоит то, что она видит, когда смотрит на Егиза и Хазан, принимает меры, чтобы рассказать Егизу правду о его жизни. Теперь Хазан, которая не подозревает о шаге, который предпримет Фазилет, не может остановить свою мать. Синан, которому наконец удается заставить Кирими рассказать о своем отце, переживает конфронтацию своей жизни с Хазимом, а также ужасную правду, которую он узнает.